Евангелие от Матфея, 13 глава, 45 стиха, страница 106. Первый том, блаженных Иоакимов. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Толкование. «Настоящая жизнь есть море. Купцы — суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какое-либо знание. Мнение многих мудрецов представляет в себе многие жемчужины, но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которая есть Христос. И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке сам знает, каким владеет богатством, а другие не знают». Подними его. Иди в ту комнату. Иди в ту комнату. Играй с тобой тишину. А другие не знают. Так как проповедь истинной веры сокрыта бывает от нерадивых и не хотящих искать ее. Но необходимо должно искать и иметь сей истинный жемчуг и отдавать все за него. Вот Господь говорил притчу, и это было очень понятно тем людям. Для нас слушать жемчуг, может, жемчуг в руке не держали. Мы имеем представление, сейчас можно это. А Божья премудрость говорила так, что всем было понятно. Ну, простые примеры. Сеятель сеет. Всегда это в любой стране и так далее. Сейчас это видно. Только сеет по-другому. Так вот и с жемчугом. Тоже понятно. Вот толкователь что говорит? Что море – наша жизнь. И знания, какие мы приобретаем. То есть какое-либо знание – это жемчуг, а истинное знание – Христос. Многие веруют в разных там – Будда, мусульмане, Магомед, Аллах, Магомед пророк, а истинный жемчуг где? То есть обладатели не истинного жемчуга, а чего-то другого. А вот Христос – жемчуг. И оказывается, Господь близ, только не все ищут его. Нерадивые, не хотящие искать его, от них сокрыто написано. Господь близ, рядом. И вот когда он был на земле, Господь, плотью своей, вокруг него было тысячи людей, а уверовали всего единицы. Да это и сейчас повторяется. Хоть он плотью, как апостол Павел говорит, мы его не знаем, Христа какого-то, да? Он вознесся. Но уверовать есть возможность. Единицы веруют, этот жемчуг находят, а большинство не находит. Комментарий дальше. Ну еще что-то такое. Вот сейчас звонит из Воронежа. Это юг России, там силу веры переменяют. Верую или веруем? Было, я говорю, верую. Каждый отвечает за себя, я верую. А все остальное, верую во имя Бога Отца, Духа Святаго, верую в Святую Христову Апостольскую Церковь, верую или веруем. Веруем объединяющее. Как? Отче мой, сущий на небесах. Можем сказать? Можем, но Господь сказал, Отче наш. То есть один Отец, видите, словом мой, я с Богом, а наше там мы общее, все объединяющие. Веруем во единого Бога, а здесь частный порядок, кто будет веровать. Верую более точно отображает твое личное отношение. Видите, люди как волнуются, это жемчужина в нашей. Но я говорю ему, что это не священное писание, это символ, принятый на соборах. Некоторые не знают, что символом было принято не один на соборе, а около 4. Их думали, как слово единосущное. 300 лет спорили, наверное. Его нет нигде этого слова. Единосущная троица. Как из этого? Как три? 3-1. Ну 3-1-то я разберусь. Бог Отец, да Бог Сын, Бог Дух Святой. И три единое. А Бог един. Голова кругом пойдет. А тебе думать не надо. Бог сказал, тайна непостижимая, и на этом все. Вот эту жемчужину ты нашел, веровать, как вот сейчас читали. Все. Береги, храни и не мечись никуда. Не подвергай сомнению даже. Тайна велика та, которая открылась святым отцам. Вот мы сейчас зашли, я гляжу, на окне залетел большой шершень, когда он летает, он распушенный. Я панику поднял, сразу попросил молодого человека тут вступиться за него, но вот положили. Вы знаете, в Священном Писании слово «притище» относится к Иоанну Крестителю и к шершню, больше никому. Это притеща. Притеща называется. Ни одна тварь, ни лошадь, ни собака, ни корова. Шершень притеща. Против него никто не устоит. Он страшнее Гитлера. Гитлер шел, перед ним отступали некоторые, народ оставался. Советские войска шли, говорили, они всех насилуют, мужчин то другое делают, женщин, это действительно так и было. Но убежали не все. Но перед этим ушли все. Нужно было землю ее освобождать. Господь послал притещи шершнями, и народы не могли утерпеть. Народ стал землю освобождать. Невозможно. Ни на поле выйти, ни из дома выйти. И народ побежал. В другом месте Господь наслал львов. На площади выйдут лев. Выходит, корову дают, а там лев корова задрана, на него кидается хозяина. Где причина? Сказали, вот царь такой-то выселил израильтян, а на их место прислал других, а эти народы не знают Бога земли этой, земли еврейской. А что делать? Прислать еврейского священника, он научит людей. И вот так появились самаряне. И люди чтили, говорит, и богов своих, и попутно Израилю Бога Иегову. Объяснение нам это дается. В 4-й книге Царств. И мы должны поверить в это, как написано. Вот это притещи, изгоняют людей, нас они не трогают. У тебя ули, вот они внезапно напали, показано, как они голову отрывают пчелам. 50 000 пчел, кажется, 2,5 часа и пустой улей, ничего нету. Куча пчел лежит, только трепешется и все. Она против него, вот она полголовы вот так, сколько ему. 50 000 уничтожает пчел за считанные часы. Это сегодня даже показывают в Японии, и какие здесь бронезащитные, все, через одежду, вот такая одежда протыкает насквозь. И невозможно еще, мужчина там, говори, спаси Христос, Арефимона, благодарю, аллилуйя, благодарю. Сережа Бухова, мама, Валентина Орефевна, с праздником поздравляю. И вот найти надо эту жемчужину Господа. А от него как избавиться? Верить в Бога. А от него как избавиться? Верить в Бога. Мы нашли эту жемчужину. Ее надо хранить. Вот я сейчас смотрю, вот попутно сказать, надо на практике показывать. Вот Новый Завет известный везде. Новый Завет толкования малоизвестный. Господь позволил мне издать, это вот первое издание было. И впервые за всю историю вышло, видишь, почему-то полосы, как, но черно-белое. Видите, какие поля. Она картинка и так-то небольшая. Теперь второе издание откроем. Посмотри. Полностью никаких нету. На весь лист. 230 картин – это лучший иллюстратор Библии за 2000 лет. Я их перебрал, Доре, какие-то там, Бюре, там, даже близко, почему у него перспектива. Это лучший иллюстратор Библии. Мы его нашли, эту жемчужину, Густав Доре. Теперь стали раскрашивать, тут 3 человека поработали. Ветхий Завет почти весь Игорь Дубунов. Жемчужину Игоря Господь должен был найти, обратить его. Дальше дать ему понимание, когда еще контролер у него стоял. Посмотри, как раскрашено. Я ходил по разным картинным галереям, как думали сначала замазать черноту, потом контуры оставить, рисовать. Оказалось, нет, электронная раскраска есть. Найти, какая возьмется типография. Издавать очень трудно, очень трудно. Я в отдельной типографии, наконец, Бог генерального директора располагает, Юрий Изватьева Петрович. И он мне помог. И помог не на 2 рубля. Вот это вот фотовыводы 250 тысяч обошлись. Тысяч. Это ему, когда-то его все. Это я ни копейки не заплатил. Это жемчужина, Господь того человека нашел. И через него сделал, один раскраску сделал, другой издал, третий издал, бумага мелована. Ты чувствуешь, какая бумага-то? И теперь разошлось везде. Чтобы вот это только сделать, это тоже мы нашли жемчужину. Ради Христа, лучший иллюстратор Библии. Этого нигде нету, в интернете нету. И берут сейчас раскрашены только наши. Ну могли за нас-то сделать-то. Ему-то уже 180 лет. Художник-то жил-то не сегодня. Никто не сделал. Давай придираться. А он хотел бы, чтобы раскрасить? Конечно, хотел. Откуда вы знаете? Ну, знакомый с ним. Я знаю, ему понравилось бы. Что тут? Цветная фотография, черно-белая. Даже на это и то стали привязывать. Ты смотри, какая красота. Показали, как библиотеку Путина, и стоят мои трехтомник вот этот его. Того стоит. В королевских библиотеках мира, везде. Великобритания, Дания. Нам сразу сказали, это будет стоять у королевы, королевская библиотека в Дании. Вот мы нашли. И это жемчужина в наших руках. Мы просто все остальное продали, нашли ее, бросили и поехали. Жемчужина – это драгоценность. Нужно копать. Вот и говорят маленько о другом, сказка. Отец был хороший, 3 сына. А сыновья так к работе не очень. Полежать да отдохнуть, а сегодня троица. Ну, а мы завтра будем. Нет, 3 дня работать нельзя. Где ты эконом такой взял, работать нельзя? Нельзя. Пасху всю неделю только лежать можно. Лежать можно. А отец и сказал, у меня богатство копил, я отдавать не хочу. Я его зарыл, говорит, вот на этом поле. И они его пахали, это поле, взрыхлили, а когда перепахали, трактора не было потом, ну давайте засеем. Засеяли, растет, давай убирать. Не нашли, следующий год опять копать начали. Там жемчужина-то зарыта, ее найти надо где. А где трудолюбие? Я сразу хотел сказать, помощи попросить, помолитесь. Если Бог благословит, Игорь Александрович подумает сегодня, и мы завтра начнем с 1-го мостика. Нам пробиться ко 2-му мостику надо. Это большая-большая работа. Но дорога откроется. Мы сделаем. Он лишь бы разрыхлил, завтра туда повезет, весь лагерь туда бросит. Придет время. Пробьемся. Через первый тоже перейдем. 1-й мостик сделать. Как сделать, уже все обговорили, обдумали. Это значит, много придется с разъезда возить там щебня этого, кирпича. А 2-й мостик уже обдумали, как обводной канал этот всю насыпь поднимать. Здесь заплоты сделать. Там, которая прорыв-то, но она 8 метров почти, 7 метров прорыв воды, ширина. Это все Бог сделает, Господь. Мы нашли эту жемчужину, Потеряевку. В ней славит Господа, знают святую православную веру. И Бог нашел жемчужину из всех архиереев митрополита Сергия. Жемчужина божественная. Какие только против нас козни не строили, теперь все схлынуло. Ой, там поднялись, там и батюшка, и под запрет. И вдруг архиерей приезжает, ничего нету, благословляет. И все враги замолкли, как будто никогда их не было. Мы нашли эту жемчужину, отдача Христу. И все Бог устроит. Ты нашел свою жемчужину? Молись. Бог делает, увеличивает. Теперь нам нужна помощь. Ты помоги нам пилой своей. Игорь поможет машиной. И когда все будет сделано, только ахните. Нет отработки. Сейчас только позвонил, сразу вышел на Жене. Женя радостный такой. Я говорю, тебя ничего не значит, а ты помощник. С удовольствием. А сколько? Я растерялся, не знаю, говорю, ну, килограмм 80 отработки. А когда он согласился, я говорю, ну давай 100. Он говорит, завтра уже канистры заливаю и привожу. Видишь как? Бог нашел жемчужину там свою. А какая она? Неограненная там, требует обработки. Это второй вопрос, сначала найти надо. Вот мы переменим это, увидим, это во Христе. А Женя почему расположен так? А во Христе Бог. Жена приезжала, Наталья, увидела, что сделала, и сделала нами, и как она заговорила, и тоже удивляется. И за Наташу помолиться, чтобы все было как надо. Вот мы нашли эту жемчужину. Я только что с южного, там, где пройти нельзя. А у нас никого от янщиков-то нету. Надо сказать, что Женя в первую очередь выкосил там, где к пруду подход, чтобы мы не потоптали траву. Кто увидит, скажи ему, скажите. Как только погоду устанавливает, чтобы он скорее скосил, чтобы мы имели проход. Мы одновременно. Это там? Там пруд называется Катафемский. Выпустить воду. С половины августа уже, чтобы был здесь бульдозер. Даже подготовить доски, завести, осмолить все, чтобы ждало. Видите, как? Почему? Во Христе. Делаем для будущего. Самое ценное – это дети. Новое подрастает поколение, будут жить по-другому. Как жили они. Все, поехали. Комментарии. Чтобы люди искали этот жемчуг, истинную веру, необходима проповедь, живое слово. И одна часть семени все же должна дать плод. Хотя три части могут погибнуть. Земля должна жаждать этого семени. Даже самая вдохновенная проповедь апостола оставляла бесчувственными многих его слушателей. Принять или не принять проповедь, искать или не искать жемчужину, Бог положил в произволение каждого человека. Людей нужно приучать к Слову Божию, установить его авторитет в первую очередь для самого проповедующего. Слова проповедника должны быть исполнены глубокой верой. Если человек не знает, что именно на этом поле, в этом месте закрыта жемчужина, то как он может приобретать это поле и тратиться впустую? Для каждого человека в Священном Писании есть какой-то ключевой золотой стих, через который Господь найдет его. Проповедующий должен молиться, чтобы Бог открыл, позволил нащупать это уязвимое место, через которое душа раскроется навстречу Иисусу, как это было у блаженного Августина, у святой Евдокии. Проповедник должен знать Священное Писание почти наизусть и каждому человеку указать, где закрыта его жемчужина. Все комментарии. Вот одни говорят, мы читаем, только ищем ваши комментарии. А епископ один говорит, я читаю все, где комментарии, я перепрыгиваю, даже смотреть не хочу. Вот и все. А один ищет, он находит, что здесь не ладно, что не по Слову Божию. А он говорит без веры. Он говорит и сам это не верит. Нигде не написано, что христиане потеряли веру в будущую жизнь. А про архиереев написано, потеряли веру, что есть воскресение из мертвых. Это вообще невообразимо. Притом ни один, ни два. Перестали верить. Живут только одной минуты сегодняшней. Вопрос такой, в символе веры одно слово хотят поменять? Да, верую, а они говорят, сегодня говорят, веруем. Я говорю, ничего плохого нет. А Духа Святого Господа истинного, вот это надо вести. Вот старобрядцы сохранили его, это Никон стоял по грекам. С чего ради? Бога истина от Бога истина, а Духа Святого не истина. Как это может быть? Это одна из самых больших ошибок Никона. Поэтому духовной жизни, может, нет никакой, в большинстве случаев. Духа Святаго Господа истинного, а сегодня этого не считают истинного, Духа Святого Животворящего. А куда оно делось? Даже его не было, его надо было вставить. Дух Святой не ниже Отца, не ниже Сына. А там Духа Бога истина, от Бога истина. К тому и к другому к истине, а Духа Святого истину убрали. Все это не видеть-то было. Не ту степь потянули. Интересно, я архиереям, когда говорю, но это все греки, ну вы там великие, нет системы. Боязнь. А вы не бойтесь. Ты сам по себе дома-то считаешь. Ты можешь считать Духа Святаго Господа истину? Можешь, другому скажу, третьему. Начинай работать. И ты увидишь, как, да и как, Царю Небесному, Утешителю, Души Истины. Даже молитва-то здесь-то сохранилась. Дух Истины-то прямо в молитве сохранилась. Ну и туда вставьте его на место. Ты научись, я вот сколько раз говорю, научись мыслить критериями Священного Писания. Я с батюшкой со своим разговаривал. Он говорит, ты зачем добавляешь к словам Божьим-то? То ли испугался он, то ли еще. А где я добавляю? Не знаешь где. Самая главная молитва во Священном Писании какая? Отче наш. А ты ее добавляешь. А где я добавляю? Ну считай наизусть, считай. Избави меня от лукавого и что дальше? И его. Твое есть Царство Отца и Сына и Святого Духа. Где ты нашел Отца и Сына и Святого Духа? Этого нету здесь. А раз нету, притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил тебя, ты не оказался лжецом. Это очень серьезно. Так что, разве плохо? Тебе не надо рассуждать плохо. Плохо, хорошо. Зачем ты рассуждаешь? Христос эти слова не говорил. Она записана евангелистами. Зачем ты придумаешь это? Так это не я, но и за это тоже ответишь. Не ты, а ты восстань против. Так а за это, вот это и есть за это. Дионид не побоялся. Ижевские три священника не побоялись. Ну, про другое это. И не надо бояться этого. Этих слов нету. А как? Ибо твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Все. Там еще больше нету. Никакого Отца и Сына и Святого Духа. Явно, что мы в шестую главу влезли туда, а учимся лжецов в озере Огненном. Ну ты знаешь саму. Получил повеление идти завоевать, победа будет, согласен. Так, предать все огню, уничтожить. Ни одного барана, ни одной собаки, ни одной коровы в живых не оставлять. Тебе не надо рассуждать, уже Бог рассудил. Самуил идет. Ну все сделал? Все сделал. Бог дал победу. А что это за блеяние баранов, слышу, мычание волов? Это я самых хороших отобрал Богу в жертву. Да какая твоя жертва? Бог повелел убить. Все, Бог отнимает от тебя царство. Богу нужно точка в точку. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Николай, считай, да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить. Дабы в точности. Какая же это точность, когда ты барана поставил? Но я не для себя. Я для Бога. Вот за это ты ответишь. Непослушание Богу. Непослушание Богу такой же грех, как и послушание. Это и... Там идолопоклонство, и волшебство, все собирается. Не покорилось. Ты услышал, Бог сказал. Теперь посмотри, как святые отцы толкуют. А они толковали так, чтобы добавлять? Нет. Но в каноне где-то написано, что второй день после Троицы нельзя работать. Нет. Ну а хорошо или плохо? Хорошо, если не будешь работать, божественным заниматься. Побежишь, тебе кто-то далековато живет, милостыню отнести, за больным поухаживать. Но ведь этого не будет. Ты будешь на огороде на своем. Ну дальше, надо рассудить маленько, и уже мы выйдем другие. Вот маленький комментарий. Вот я попросил вас, вы помолитесь, мы беремся за необычное дело. 25 лет прожили, перепахали, отрезали, молчат. Мы решили исправить положение. Исправить его нынче прямо. Им ездить, насколько на улыбку будет легко, а то не поднимешься, и говорят, там, ну подниматься-то как здесь. Да и так прямая дорога. А к нам понаедут. Правильно, те годы ездили, Корщина открыта со всех сторон. Еще это не причина никакая. Наедут. То наедут, то не наедут. Так можно вообще разбомбить самого себя. Мы сделаем, а вы молитесь. Чужие люди будут приезжать, а будет все по-другому. Ну вот во дворе мы у Миши Никитина. Я говорю, почему ты на благовестие-то не ешь? Да кому это нужно? Ну нужно, ну... И надо это Потеряевку. И только проговорили. Идут три женщины, смотрят, а что это за люди? Я говорю, не знаю. Три женщины, нас там кто-то тогда птичий грипп, и они ездили Тогда еще крестный ход был у нас с освящением, батюшка. Они, вот мы сразу остановили в брюках. Вот засыпка, да, Миша, поговорили. Стали говорить, говорить о Боге. Все переменилось. Только заговорили, проповедовать некому, они, вот они, слушатели. Первый раз Потеряевку. Только заговорили, ни раньше, ни позже. Я не могу не совмещать с тем, что мы сейчас говорили. Только сейчас говорили, что никто не будет слушать. Неправда. Буду слушать. Ян Кукузель, святых попал, он пел так, что скотина, которую он пас, заслушивалась. Я тоже пел, скотина, правда, тоже, она как переставала есть и не знала, куда бежать. Шел отряд по берегу, шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка. Это щерс, прощерся. Во всю головушку пели красноармейцы. Читаю. Ну, эти песни наслушаются, голодные домой придут. Дальше поехали. Так, 47 стиха по 50. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы, отделят злых из среды праведных, и ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Толкование. Поистине страшна сия притча, ибо показывает, что если мы имеем веру, но не ведем доброй жизни, ввержены будем в огонь. Невод означает учение веры, которое переплетено знамениями и пророческими свидетельствами. Рыбаки суть апостолы, ибо кого не учили апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот-то невод собрал всякого рода варваров, еленов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть когда кончится мир, тогда находящиеся неводи будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при всем без добрых дел, извержены будем. Напротив, те, которые имеют добрые дела, сложены будут сосуды, то есть вечные жилища. Всякое действие, доброе ли то или злое, есть пища души, так как и душа имеет свои мысленные зубы. Ими-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельные силы за то, что, имевши возможность сделать добро, не делала, а напротив больше творила зло. Все толкование. Но без этого толкования мы могли додуматься до этого толкования. Сами считать и понимать. Вот у меня уклёк был, баптистами беседовал. Вот видите, вы говорите толкование важнее Писания. А где я говорил? Вы уже говорите, что нужно. Толкование без Писания. О чем вы толковать, если его Писания-то нет? Писание это сущее. Вот, два пальца. Здесь четыре, это растолковывает, это и так понятно. Вот дорога кого-то встретил, ты там, ну, допустим, в Воронеже. И он говорит, а где вы живете? Вопрос. Потеряевки. А как туда проехать? А вот чтобы проехать, я ему должен сейчас рассказывать. На каком транспорте, где, на каком километре поворот, какая погода. Еще будет больше толкования. А просто Потеряевки. Я могу сказать, Мамонтский район, он даже не знает. Алтайский край они все знают. А нам кажется, уж Потеряевка тут звучит. Я был в Вашингтоне, а в аэропорту в Вашингтоне. Подходят они и спрашивают, мы едем в Иркутск, летим, говорит, а как в Потеряевку, можно на пути заехать? В Вашингтоне. Вот это было для меня. Но они знали, что я с России, видимо, кто-то сказал. Вот так. И вот надо, прочитали, вера или сделал мертва. Но еще все время только думать, а как она пойдет, и делай. Побуждать тому чрево, делать для Бога. Это ущерб пока, потом будет прибыль. Ты вот сделал, помог нам. Мы сложили там все, а я, может, оттуда не возьму ни одного полена. Все тебе и досталось. Мы просто работали для тебя. А почему? Потому что пошли в сады, там более прямые нашли. А там мы находили они вот такие. Ну и это ладно тоже было. Ты согласился сразу, и нам легко, и тебе не ущерб. Все делай с охотой, как для Бога, для Христа. Мы даже полдня поработали вместе, и нам так приятно было, Андрюша там попилили. И так любое дело. Вот мы начнем, если завтра, Игорь Александрович думает, выйдем занятия, уже часов 13 думает. Дальше, у кого есть острый ломик, попутно спрошу, что может дать? Ну, два ломика, еще один ломик. Вот все. Мы вернем, в прошлом году брали толкушку, вернули. Мы выходим, раздравляем там это, а он тогда пунул. Нет техники-то. Ну что нету? Руками сделаем. Он бережет технику и правильно делает. Что-то тут неладно было, уже там старается выправить. Ну, что не бывает-то. А когда сделаем, тогда назад обернешься, вот это вот рисунки раскрасить. Вы даже представить не можете, что я делал. Где какая фотовыставка, я из дома не влажу, тут на все фотовыставки, с художниками знакомлюсь, с других городов. Кто может помочь раскрасить Густава Доре? Никто. Ну никто. И вдруг через кого все пошло. Вот возьмите, на наш сайт заходишь, 4124 вопроса. Как для людей сделать доступным? Мне говорят, вот у вас считаешь по-разному, как найти? Меня интересует конкретно, как воспитать дочь. А то говорит, меня не это интересует. Меня интересует отношение с евреями. У вас отвечено где-то? Отвечено где? Я говорю, умру, считать будут на где-то 30 томов по 752 страницы, найди. И не умер я. И пришлось мне заново издано 30 томов открытым оком лопатить и разбить на 55 гомонков. Папки называются. И туда стащить вопросы все, отдельно по работе, отдельно дети, третье, еврейский вопрос оказалось 176, мусульмане столько-то, а теперь и все в алфавитном порядке. Не думал, не знал. Нашелся человек, помог старый магнитофон пустить в дело, Николай Пальдуев. Но как сделать так, чтобы вывести одни вопросы, а вопрос ткнул, и чтобы открылось ответ, никто не знает. Юрия Третьякова, с одним работает, учится с красным дипломом. Женя Клейменов. Он ко мне приходит раз, помогает, не получается, а второй не получается. Третий раз получилось у него. И открыли вот эту программу, и как эти вопросы открывать. Понятно? А я вас дать ничем не могу. Я к Игорь, там и Глушков тогда был. Поможете? Он учится с сестрой здесь, у них я там слепками, творогом, пока я здесь довесли, это чем-то воздать. Они сразу откликнулись, ну и я старался им помочь воздать. Видишь как? И теперь это пошло на весь мир. Это, что мы сделали, это никто не сделает. Издатель проехать по всей Европе и везде раздавать, это никогда никто не делал. Бог сделал. Человеческими силами невозможно. Я ложусь на кровать. А где мы ложились спать? Припомни, в Австрии, в Германии, где мы только не были. Даже сказать страшно. Везде, где теплотрасса, не теплотрасса, а газотрасса идет. Ну там оно остается такое, рядом написано, нигде не разжигать, еще газ. Мы этого не увидели. Нам нужно, чтобы не видели. Мы выделили траншею, разобрали все и разожгли на ней костер и жгем где на трубе на газовой. На газовой трубе, и только утром обнаружили, что с нами было бы. Адлер, Новосибирск, куда влетел поезд. И все опять зарыли и поехали. Помнишь где? Не помню. Не помнишь? Ну вот, даже не помню. На трубе мы сидели. И сколько такого было. Даже вообразить невозможно. Это ночевки. Подходят люди посторонние. Как нас спрятаться, чтобы никто не видел. Нас увидели, проехали. Ах, как прятаться. И где-то натаскали, машину закрыли маленько. Вообще. И все позади. Почему? Мы нашли эту жемчужину. Жемчужину Христа и рассказать, и показать. Никого нету. Вдруг незнакомые люди подходят, прямо спрашивают о Христе. Это мы все засняли. Совершенно мы их не искали. Храм закрытый, никого нету. Посторонние люди. А мы приехали, никого нет. Это наши клиенты. В другом месте видим огромная палатка, огромная стоит. И там музыка такая, ба-ба-ба-ба-ба, сектанты. Помнишь, я богатол? А? Это я не ездил туда. Жующие редики. Володина она будет, да? И все это выставлено, все позади. И на свою жизнь потом оглянешься, на руках Бог пронес. Я вот смотрю, даже сейчас, ночью увижу что-то, отрывок во сне, и страшно станет. Где мы прошли, сколько рек переплыли, сколько раз море пересекали с машиной. И она сломалась в Швеции, где никто отремонтировать не может. И вдруг русские люди, один швед на русских вывел, а русские сразу приехали. Они могли не приехать, там своя миссия. Теперь вначале давать советы. Вам не надо в Россию ехать, вам надо в Литву и поворачивать на Калининград, в обратном направлении. Это Калининград России принадлежит. И так мы все сделали. Ты помнишь, мать, кажется, Надежда, Людмила. Да. Вот как Бог делает. У Бога вымерено все, только доверься. Хоть плачь, хоть криком кричи. Никуда. Все. На одних эвакуаторах едем. А эвакуатор ровно в 100 раз дороже, чем своим ходом. Мы 1000 потратили здесь, на дорогу, а на эвакуаторе 100 000. Да главное, знакомые, додумайтесь, какие Бог дал людей. И говорит, вы там с машиной не путайтесь, бросайте, говорите, сколько надо денег. Сейчас высылаем, покупаете свою зарубежную газель, там, или как называется, такую же машину, едете дальше. Вот даже что было. Вот эта жемчужина, засияла она. Никогда нельзя это придумать. Бог на сердце положил вот это и за это сделать. Прославление Христа. Прославление называется. Пошли. 51-52 стихи 13 главы. «И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое толкование. Называет их книжниками, как людей, уже наученных закону. Впрочем, хотя они и узнали закон, не ограничились, однако, законом, а научились Царствию Небесному, то есть познали Христа, и таким образом стали способны износить и от Ветхого, и от Нового Закона. Христос, который богат, потому что в Нем сокровище премудрости. Он, уча новому, приводил свидетельство из Ветхого Завета. Так, например, Он сказал, «Отдашь ответ и за праздное слово». Это новое потом привел свидетельство. От слов своих оправдаешься и осудишься. Это Ветхое. Все толкование. Книжник у нас обзывается, но книжник. Книжник — это хорошо. Старое и новое. А какие у тебя таланты старые? Ну, напиши на бумаге, чтобы можно было куда-то тебя приспособить. Не знаю. Ну, как же ты жил? Никакого таланта не знаешь. Нет. Но один талант еще не знать. Так это награда какая. Ну это всегда расшевели, вот маленько. Вот я гляжу, вы потеряете, тут маленько это начинаете шевелиться. Избрали, говорит, человека по связям, где кто конфликт, или как понимаешь, правильно? Где зарубежными по району. И Алешу избрали на это дело. Я эти дни думал, и смотрю, правильно выбор сделали. У него есть талант на это. Нашел мне начальника бульдозера. Видишь как? А он, может, и сам не знал, договаривался насчет щелья, сколько ездил, и здесь посыльный. Конечно, за это надо платить, время тратит человек. Вот. Это талант. Талант уметь подойти к людям. Это можно один раз подойти, да ты не дал мне, собака, все себе забрал, на мне. Ну и все, до свидания. Он не дал, ничего не знаешь, я молиться буду. Он, батюшка, рассказывает, Мануэлову, приедет директору. А тот там матерится, что-то, а батюшка сидит. Я сказал, у меня еще нету. Батюшка, я, говорит, сижу. Он тогда, ну, иди там, разбери, что ему надо, там, кому, Гладышеву или кому. Все. Ласковый теленок двух маток сосет. Это талант. С кем разговаривать? Как? Через это новые люди приобретаются. Ты не просто ходил. У тебя пошел здесь шныщик для лагеря что-то. Ничего нету, лагерь открывать. Ни детей нету, ни продуктов, ни обслуги, никого нету. Вообще нету. А еще я привык в одно место ходить. И мне помогает одна организация большая. Приехал, а там никого нет. Организация, говорит, закрыта. Дверь открыта, 3 этажа прошел в кабинет, и шаром покатил, никого нет. Вот это да. По окрестности прошел, нигде никто не знает где. Вот теперь я и умылся. А я взял с собой что-то. И в один день Бог все сделал. Дали адрес электронный. Сказали, приема нет, только по телефону. Познакомились. Там Анастасия какая, секретарь. Ну, теперь моя уже задача. Теперь подарки. Теперь пойти то другое. Я в первый день только подарил книги на 25 000. И помогло только в одном месте. А в других местах даже не откликнулись. Подарки приняли, а это ничего не значит. Подарки так и книги. Это не взятка. А здесь дали знать. Выразите, что вам нужно. Я сказал то и то и то. Доброта неимоверная. 4 года назад я сказал, мне нужен сахар. Сахару там, кажется, 4 мешка заказал. Они говорят, сахару нет. Приезжают и разгружают большие фляги, 4 фляги меда. Под пломбами. Я говорю, может, ошиблись, не по адресу? Нет, так по адресу. Я попросил, ну совсем немного, там пленки 8, а одна пленка, я не знаю, когда большой рулон там, сколько. А они мне рулонами носят рулон, 2-й, 3-й, ясно, говорят, подождите, вы что-то ошиблись. Я просил, начальник сказал выдать. Я просил метры дать, метров сколько отмерить-то. Когда я уехал, они звонят, а вы откуда были? Отсюда начальник пришел, дальше я говорил, метры отмерить, да вы рулоны таскали. Эти рулоны-то сколько мы здесь пользовались все. Я говорю, так еще назад повезти, он сказал, да ладно, пускай. Даже ошибка в нашу сторону. Рулоны. Сейчас это еще Володин маленько есть вроде, да? Но я берегу. Матрасы закрыть от рыбаков. Ну вот так. Найди эту жемчужину Христа. Я только пойду и всех помолитесь. Сегодня, говорю, будете молиться, помолитесь, чтобы у нас было слажено. Чтобы у Игоря машина не сломалась. Мы возить с разъезда, пойдем там ломать. У кого есть мужчины, сводятся где-то. Подскажи, Игорь Глушков, где мусор какой строительный? Отвези меня хоть один раз туда, где мне брать, конкретно ковырять, что ломать. Ты знаешь, это не просто сказал, а отошел. Прям ткни меня носом, скажи, вот щебень, вот кирпич ломаный, чтобы не сказали, что ты краснобай. Кинул и ушел. Ты нас подведи и оставь, а тебя только привести. Твои советы дельные. Ну, надо до конца довести. Газету по твоему совету купили, перебрали все машины, вернулись к тому же. Ты сегодня сказал, в первую очередь, деревья ветки вот так положить. Я же этого не знал. Теперь я понял, где ошибка. Могли бы сделать, а теперь еще делать, когда нам напропалую сделать, да и все. Потому что машина, колеса, она говорит, будем делать прям завтрашнего дня первый мостик. Видишь как? Делать немедленно нужно. Даже завтра не знаю, что будет. Отвези. Батюшка уже сказал, мне всю солому заберите. Мы самонить будем давать. Она вода не может взять ее. А так в глину превращается. А почему? Я сама на дома посмотрел и вывод взял оттуда. И где мы засаманили, все стоит на месте. А там труба будет лежать или как? Ничего не будет. Будет съезд вот так вот. И опять на нас вот так. А вот это, которое промоено внизу-то, мы ее кирпичом, чем попало сделаем, сходы сделаем. Чтобы... А выход не надо? Ничего там не будет, чтобы бесплодие не размыло, потому что кирпич будет. Вот так вот. Сход, покуда вода пойдет. То есть она через верх пойдет лишней, да? Ну, не через верх, она не будет доходить, а именно в эту промойку. Вот так вот. Там дамба идет, и вдруг она вниз опускается, и там выходит. Вот это вот все защебенить, все это сделать, чтобы она по нему прокатилась вода. А дорога осталась. Советы. Без совета еще бы не сделать. И так и в вере в Бога. А как пойти? Кому сказать? Мы не думали. От порта Находки до Лиссабона прошли. Я думаю, хорошо, что у нас там задержка была с этой, а с открытия визы в Великобританию. Мы через Эстонию послали. А если бы в Англии было? да под Ла-Маншем. Внутри, да машина нас сломалась. Ужас. И Господь как сделал? Развернул нас на Скандинавию. Прошли дальние просто шикарные. И вдруг, как все вспомнишь, содрогнешься. Бог. Корысти не было никакой. Мы знали, вы все молитесь, дети молятся. Кто за нас только не молился. Ну, представьте, выставляют в ролик в Англии. Стоят баптисты вот такую площадь, малые дети, и молятся: Господи, и миссия Игнатий с братьями верит, помоги им. И главное, крестят. Я никогда не видел, что баптисты крестились. И выставили в интернет ролик. А наша миссия, баптисты, это Англия. Но не проехали мы из-за пустяка. Приглашение наше, не поставили там число, какого числа. Это Бог сделал, теперь я увидел. Говорили в английское посольство, в Великобритании там на пушечный выстрел не пробьешься. Я пробились туда, я им подарил, и все сфотографировались, и книги. В Москве с нами поехал отец Кирилл. Он говорит, а там пролет, только там не пройдешь никак. Пойдем, с нами Бог. И отец Кирилл все это описал, в интернет выставил. Игнатий сказал, значит будет. А почему? На Бога надеялись. Предупредили всех москвичей, молитесь. И к нам Бог повернул их сердце и развернул другим маршрутом. Мы не знали. Мы делаем тут. Сейчас говорят, а нельзя ли так запрудить? Дальше лог, чтобы это все заполнить у нас. Лог. Дальше туда запруду сделать. Ты понимаешь, что говорят? Это не сделать. Покрыть не сделать. Это должны быть огромные бульдозера. И не меньше как, ну, хотя бы 4 бульдозера. Это не сделано. Тогда, конечно, могли бы, и были бы, что большие булыжники, все это, иначе его размоет весной, оно не удержать. Нет, это нереально. Нереально. Реально только молиться, чтобы пока мир постоял. Вот это реально. Давай. 53-54 стихи. «И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы». Толкование. «Переходит он для того, чтобы другим доставить пользу своим присутствием. Под отечеством его, разумей, Назарет, ибо он в нем был воспитан. Учит синагоги в публичном месте и со свободою, дабы впоследствии не стали говорить, что он учил чему-то противозаконному». Все толкование. В 55-56 стихи. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда, и сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» Толкование. «Назаретяне по своему неразумию думали, что неблагородство и ничиженность предков препятствует быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а не Бог вместе, как они думали. Что же и при всем препятствовало ему быть великим в чудесах? Эти несмысленные оказываются и завистливыми, между тем, как им надлежало более радоваться, что отечество их произвело такое благо. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его Клеопы. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону взял жену его за себя и родил от нее 6 детей, 4 сына и 2 дочери. Марию, которая по закону называется дочерью Клеопы, и Соломию». Все толкование. Да, мать Мария. Бог как взял. А Христос был на Назаре? Вот Христос носил длинные волосы, рисует. Видите, откуда это взяли? А он Назарей. Назарей. Ну, Назареем наречется. Ну, наречется, но не Назарей. Понимаете? Назарей вина не пьет, винограда не ест. Кожицу нельзя виноградную есть. Внутри зернышка нельзя. Все перечисляется. А он вдруг мытарем не написано назывался. и вино пил, взял чашу, пил, дал. Он не был назареем, и волосы ему совсем ни к чему были. Да что, у Христа была короткая стрижка? По всей вероятности так. Сегодня напускает некто, а к нам приезжал, Роман поехал. Я говорю, ты еще косичку-то откусил, на Самсона хочешь походить? Ну, ножницы дали ему, я говорю, настриги сам, и он остриг волосы. Остриг. Мы это засняли все. Вот я, Иларион, я говорю, житец святого Илариона, великий, Иларион великий. С кличкой, или со званием великий, кажется, 17 святых, только Антоний великий, там Василий великий, представляется, с большую букву пишут. И у него, говорит, монахи ежегодно сами себе обстригали волосы. Зачем в житиях это писать? Потому что они за год наросли, они раз отпилили и все. Ну, у него волосы-то упали, а стриг. Я говорю, бери теперь в дальнюю крапиву, забрось их. Он забросил их, и все. А батюшки никак не острижен. Сколько раз говорил, зачем тебе это нужно, хвостик этот? Ты мужчина или нет? Ты мужчина бесчестия. С какого времени? Не отвечает тебе на слово. Никак, не пробивно. А нужно тебе это? Нет, конечно. Ну, посмотри, у патриарха Кирилла волосы какие. Ну, маленький, глянь. Ну, ладно, патриарх Кирилл. Тебе не авторитет. А Иоанн Златоуст авторитет, он под бокс пострижен. Николай Чудотворец, у него волосы, стрижка короткая. Ни на одной иконе нет, уж что длинные волосы. Длинная волосатость вот эта, но она вот лет 200. Еще при протопопе Аввакуме волосы стригли все. У них вот такая вот танзура называлась, как у католиков. Растрига, поп растрига означает, его вот это отстригли, чтобы был как все. Но растрига, которого выгнали. У Христа рисует длинные волосы. Нигде этого нету. Он не был назареем. А волосы нельзя стричь было назареем. Ну, начинай маленько думать, смотреть, что вы придумаете, святость нашли в волосах. Священники другие везде распустят. Откуда? Ну, хоть намек какой-то. Ну, хотя бы как-то. Написано, если муж растит волосы, бесчестие. Ты муж или баба? Если ты подкаблучник, все делаешь, как баба делает, ну тогда волос нужно, две мамы в одном доме. Ну ты человек с бородой, видно, что не такой, чтобы просто. И вот уже назад никак не никак. Волосы должны быть острижены. Мужчина. А женщина вот щелки стрижет, и это не погодится. Никакой щелки, вот она. Волосы так положено. И не разрешайте даже маленьким девочкам этого. Вот они, не так, что я хочу. Если женщина растит волосы, для нее это честь. Честь. Вот вы смотрите на него, он может ужалить даже в таком положении. Когда вот идет этот, как его? Бердон Грилс. Да, Бердон. И он показывает, вот змея, он ее дрожит, а потом ударил и голову отсекает ей в пустыне. Выжить во что бы то ни стало. И первым делом закопать ее. Она мертва, отдельно головой укусит. Мужчина едет, а змея на дороге. Ну, машина проехала, раздавила ее. Ну, раздавила змея. Он подошел, сапогом пнул. А она его клюнула в сапог. Он еще и кусает, он пнул, сел. Минут 20 проехал и умер. Он даже не почувствовал, что сапог прокушенный. Пнул ее, раздавил. Очень сильный яд. А? Сильно действующий яд. Ну, яд. Игорь Тихонович, а вот назареи, что это за люди были, почему они... Посвящение Богу. Они что-то или нарушили, или как-то попал в беду, как выйти из этого состояния. Допустим, одна пообещала Богу то-то, то-то, обет назарейства. И к покойнику прикоснулась, а уже 5-й год заканчивался, отец умер, пропало все, по новой. Второй, у нее с сыном случилось что-то, тоже умер, или что опять прикоснулось. Еще 5 лет пропало, она 3-й начала. И апостолу сказали, у нас есть люди, обет назарейства держат. Возьми расходы на себя, какую жертву принести. Обет давали, во имя чего? Вот, допустим, сын попал в Чечню, в плену, и мать дала обет. Если сын мой выйдет, я обет назарейства принимаю. Он вышел, она попадает в обет назарейства. Теперь не нарушай. Ну, я не думал, обдумал. Что не думал? Ну, пока в плену был, говорил, вернусь, мясо есть не буду. Причем тут мясо? И жениться не буду. А вернулся, а тут девушка-то хорошая показалась. Теперь что делать? Ко мне приходит это, что делать? Выполнять. А как ты давал? В какой ну где он? Нас окружили, говорит, я понял, уже не выйти никогда. И дал Богу обед. Ну выполняю. А другой монашество принял. Да я не обдумал, Бог на небе, ты на земле. Зачем тебе, что Бог разрушил дело рук твоих? Писание Екклесиаст говорит. Зачем? Ну дал ты и выполни его. Я против того, чтобы люди давали обет монашества. Против. Но ты уже дал его. И вот он приходит, приезжает в Потеряевку сюда. И говорит, я стал диаконом, теперь иеродиакон. А зачем ты принял? И я узнал, все раз себя разведал. Парень, такой видный, ну ты знаешь, Петя Толстяков. А там девчонка-то смазливенькая какая-то. И она ему отказала. Он ничего не придумал, как то ли отомстить или что. Принял монашество. Ну какое монашество, когда в семье-то везде много детей было. И, ну маленько-то думай. А что теперь делать? Исполнять. Не стал исполнять. Сложил себя сам. Монашество, уже монах. Женился. Ну а теперь-то что дальше-то все на этом. Наконец мы встречаемся. Бога нет, веры нет. Полностью все Бог отнял. Ничего вообще не признает. Мы встретились в доме у отца, у него сидели рядом. Даже о Боге не говорили. И взялся знаменитым там баритоном или кем. Закончил консерваторию. Я читал там отзыв белорусского театра. Наконец у нас появился настоящий баритон. На международных конкурсах участвует. Но Богу-то не это нужно. Вот тут на меня не наталкивается. Но вы же сами говорили, монашество. Я говорил, не принимай, но не нарушай, что ты путаешь. Если ты принял, умри. Но выполни. Без тебя найдутся женихи. Не надо связывать. А как? А вот как у Елизаветы было. Они ходят, братцы, никто обета не дает. Она ухаживает, сестра милосердия. У сестры, родная сестра, царской жены Александра, Елизавета. Которая. И она полюбила там Семена, ему ногу оторвала. Я ухаживаю, матушка, мне так он понравился, в деревню зовет. Поезжай с Богом. Доходили в одеянии, одетые, все там со своих, как в апостольниках своих. Вот, по-другому называют. И все, никто ничего не нарушил. Зачем тебе одеть было? Он тебе понравился, тебя зовет. Хороший? Хороший он. Ну езжай с Богом. А если она монахиня, она сказать не может. А он женился, беззаконие. Вот у нас приезжал на Панаил, женился, все сложил себя, ушел. Как будто никогда еще не было. А теперь вот ты 100 лет живи. Все, что ты делаешь, это блуд. Венчать тебя никто не будет, монахов не венчают. Нет, он оповечен Богу. Церковь, или как там назовут они. Вот и все. А еще один вопрос. Вы слышали когда-нибудь исполнение песен «Иеромонах Фотий»? Да. Он поет там это. Да. Как вы к этому относитесь? Ну, он как, он не зачем относиться? Нет, вы как вы считаете? Ну, он не значит, да никак, позорище. Кроме позора ничего нету. Вот, он поет хорошо, там косички отпустил, и то, чьи очарования там это. Ну, Пушкина, про это, как он поет? Я помню чудное мгновение, поет, монах заливается, чудное мгновение. И картинка, он солдует, считает книгу, это такая открытка, считает божественную книгу, а сам заснул, а дальше он ее там подхватил, вот так вот в саду обнимает, все. За книгой-то уснул, образовался где? Да жил, укладил, детей молился, работал, все. Фотий. Какой Фотий? Владимир Александрович, там, ну все, вот, епископ Преяславит, Уславгородский-то, все вот. А он Владимир Александрович. Люто против нас воюет. Ну ему это ничего не даст. За нас Господь. Фотий поет. Я видел на конкурсах. Монах. Вообще. Ну где кто пел? Для мирских. Вот у старобрядцев, я знаю, там Бова Долгов организовал. Поехали. И что, да воскреснет Бог или что-то херувимскую поют перед в кинотеатрах каких-то. Ну это вы в уме или нет? Ты это должен сказать, да воскреснет Бог, чтобы стены тряслись у этого кинотеатра. Блудилище собралось, и ты тешишь их. А то старинное пение, оно не для этого назначено, а для того, чтобы Бога прославить. А мы прославляем, в Польше были, не знаю, для мирских людей, чтобы ты пел божественное. Нигде этого в Писании нет. Мы видели, апостол выступает, толпа перед ним. Вижу, по всему вы набожно афиняне. Вот. Потому что память их жертвенник нашел, я его проповедую, вот и пой. Тут по-другому запоют. В это я не верю, это сила себя обманывает. Да, петь надо, петь хорошо, но в храме, на поле пойди пей, пой, как у Кузелия Арпел. Проповедовать можешь везде и все, но петь нет. Есть молитвы, ну, ты знаешь, ежетелой видно, и поют перед народом где-то, а там сидят люди совершенно неверующие, как они себя ведут, в это время я видел. Несравненно и прочее, слова. То есть несовместимо пение и... Пение это ангельское состояние, прославление Бога, и оно должно быть именно призывного характера. А это молитвы, составленные для людей, которые веруют. Ну давай, живые помощи, я буду петь перед неверующими. Ну, поплыл мой Никита, поплыл на парусах. Сна. Давай. 57 и 58 стихи, последние этой главы. «И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Толкование. «Соблазнялись же о Христе и братья его, и, вероятно, говорили, что он изгоняет бесов силою Вельзевула. Мы, люди, обыкновенно пренебрегаем своими домашними, а чужих уважаем и любим. По неверию их он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверглись тем большему наказанию, если бы остались неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать: если бы хоть незначительное знамение сделал, мы уверовали бы». Все, но почему он не сделал-то? Впереди считали, говорит, я вот набросил, мне вот состоит, ну, нитки переплетены, вот так, нитки идут, и так, ну, чего нет, не вот состоит. А что это? Чудеса и пророчество. Там же -то толкование дается. Чудеса мы не можем делать, чудеса. Ну, только уже в ироническом смысле, но еще на творце собрались. Потому что так сказать, что посмеяться над нами. Пророчества. А какие пророчества? Вот они просили это, ничего особенного в этом нет. Но тут был перед ними сам Господь. Они должны были уверовать. А сотвори нам знамение. Ну, а какое? Ну, бросься вниз, вот с крыши не разобьешься. Написано, а вот накорми нас хлебом. И он говорит, ну, не по то, что чудо видели, а то, что еле насытились, и пришли на другой берег моря, приплыли. Вот нам такого царя бы. Ни землю пахать, ничего, амбары только построить, элеваторы. Молитву сотворили. Вот там пишут двое, кажется, Венедикт, разговаривают между собой. И оба начальники монастырей. И один говорит, у меня пшеницы нету, совсем нету, говорит. Он говорит, нету, а вот у тебя в бороде, говорит, пшениченка. Он увидел ее, пшениченку, там взял и говорит, на, пускай бросят ее в амбар, пшениченку. Ну, из борода, он говорит, да, вчера подмели под метелку, в амбаре нет ничего. Бросили, прошло маленькое время, он говорит, ну, сходи, посмотри, там что тогда пшениченки. Вначале брать двери, а двери не отворяются. Двери не могли отворить. Он говорит, это твое чудо? Нет, говорит, пшениченка из твоей бороды, это твое чудо. В житиях. То есть кто, через кого Бог сотворил, не могут договориться. Но пшениченка в твоей бороде была. Вот нам бы такие пшениченки, да такие бороды. И твои машины можно поставить на прикол, законсервировать. Нет, надо работать. Ничего нет благороднее жители, которые трудятся на поле, выращивают скотину. Это самое наипервейшее. Второе, шить умеет вот это всего. Не знает, кем работать. А третье, строительство. Более всего требует земля хороших работников. Хороших. Я на Украине был. Я говорю, а чья это земля? А там вот, что-то такое называли, они фамилию, могу ошибиться. Ты помнишь, ездили мы на Первомайском были-то? Священник рассказывал, когда на поля-то вышли, а там у Кущина или у кого-то с автоматом приехали, У него отобразили, у него... Там сын Януковича что-то замешан, да, был. Как-то что-то там так такое сказывали. Да. Сколько у него земли, не помнишь? Сейчас не помню. Ну, не меньше, как 1050 гектар. Ясно, что работа. И вот он показывает, говорит, так вот, который фермер работает. Вот эта часть была, это пустырь. Вот там большая больница стоит, детский сад, магазин. Это он все отстроил, дорогу, инфраструктуру всю. До того щедрые священники, там храмы строят, все помогают. И он сам священник рассказывает. И у него решил, это кто там, Кучма, Янукович, я не знаю, кто это был, отнять. Так народ вышел с вилами, с граблями, а те приехали с автоматами. ОМОН бросил, и отбили. Вот и все. Отбил ОМОНовцев? А? ОМОНовцев отбили? Или ОМОНовцев этих отбили. Тот правитель, он взял с собой военных, чтобы там, ну, разорить, я не знаю, каким путем там, комбайны повредить. А народ-то стоял, весь народ вышел. И священники все молятся там за ним, он столько, говорит, добра делает, там и беспризорных подбирает, и дома эти строит, у него на все хватает. Вот люди в настоящее время есть. Это на Украине, такие люди на Майдан не пойдут. Я читал про одного, он богатый очень. И вот он работает в мечети, кажется, Амара, мусульманин, каждый год. Тот говорит, я смотрю, непростой это человек, кто это, говорит, миллионер, миллиардер. У него вот открыта сеть гостиниц там в Индонезии, в Индии, везде. И он каждый год один месяц посвящает Аллаху. Приезжает, жертвует все и работает уборщиком в мечети, убирает целый месяц. Людям прислуживает. Он надеется получить Царство Небесное. Понимаете, это не то, что пример, это супер пример. Да как, что ты думаешь? Щубайс пойдет там с метелкой где-то в храме подбирает. А это, наверное, китаец. Вот китаец, обыкновенный китаец. Он узнал свою деревню, помнит, разбогател, деньги есть. Он пошел, никому ничего не сказал. И всю деревню со всеми землями выкупил. А потом пришел к крестьянам и рассказал, я хочу деревню вашу подправить, а как? Сломать ее, всю сжечь. Да ты что? А так, говорит, я вам приготовил там в гостинице, пока поживете. Нанял строителей, заасфальтировал, новые дома построил, огромное село, и в интернете выставлено там двухэтажное коттедж. И опять вернул на свое место всех. А ты чего делал? Я здесь родился, вспомнил, как меня кто-то сделал богатым, и теперь я хочу другим сделать. Китаец на весь мир прославился простотой своей, жертвенностью. Мы не способны на это, но то, что у тебя есть с этим, ты можешь. Вот сестры сидят, приходят в лагерь, помогают. Помогают день за детьми, там вчера только блины раздал, говорят, а еще из этого дома блины пришли. Я давай второй раз детям блины раздавать. Ничего нету как будто бы, все есть. Бог судит не потому, говорит, что есть, а потому, что осталось, когда ты отдал. Она отдала все пропитание. Вот в этом похвала. Выложился весь. Отдыхай сегодня. Помните, на завтра мы начинаем большую работу. Игорь Александрович. Все. Дождик будет. Уже идет дождь. Если дождик маленький будет, мы все равно выйдем. Так, ну вопросы какие-то, может быть, сестра задавала еще. Что-то поднимал в Италии руку, давай. Да на это, если я не ошибаюсь, Назарей, вот обед Назарейства брали на год, на два, на три. Он потом заканчивался. Да. Если не нарушил. Нет, да. Не нарушил, но он нарушил. Прикоснулся к сердцу. И значит, начиналось заново. И вот такие люди были, принявшие обед на себя. Мы слышали, Павел все отверг, и ему сказали, ты пойди, возьми на себя издержки-то. И когда он был, в это время его увидели, подняли в пуч, его там схватили. За назарейство, не за свое. И вместе с ними остригли волосы, после обеда назарейство кончилось, они остригали волосы, все закончилось. Волосы о многом говорят. Это нам кажется, ничего не значит. Сегодня день такой очень знаменательный, такой вопрос, как правильно праздновать этот праздник? Вот как правильно, пойди на благовестие. Выше, что, для чего Дух Святой сошел. И будете мне свидетелями. И сказал, сидите в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою. И они сидели 10 дней никуда. Сидите, вот когда Христос возносился и сказал, и они сидели, ждали силу. Какую? Силу Духа Святого. Теперь в этот же день пошли на благовестие. Вот. Мы сколько могли, ехали, говорили, свидетельствовали. Какие отовсюду свидетельства были. Даже кто-то приехал и спрашивает, а вы не потеряете? Это баптисты вам туда рассказывали. Помните, баптисты вас выступали? И они куда-то приехали, они говорят, а вы не потеряете? Те были здесь. То есть плоды какие-то есть. А кто обратится когда? Да Бог его знает. Мы по-другому не можем. Мы должны засвидетельствовать. Подали Евангелие. Мы только в окрестности везде раздали 30 тысяч Евангелий. А сейчас 4 Евангелия, вот это, по благословению Патриарха Кирилла. Это много значит. Мы там, наши братья раздают. Я не знаю, летом будете ездить, нет. Тут у нас открыто все. Хотелось бы ездить, конечно. Говоришь. Так, ну что, вопрос? Все? Бабушка, Димошка, ну-ка делай, Тимофей, ну-ка давай сюда. Быстрее, сейчас они нам занимаются. Спасибо, Димошка. Вон он бежит. Бабушка твоя, да. Одну минуту, держите. Так, подожди. Я отвечаю, я слышал голос. Привет. Сейчас. А ты слышал? Да. Все. Учитель разговаривает. Привет, привет. Достойно. Пресоблаженную и преднепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изрения Бога словорочую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи, мы благодарим Тебя за этот дивный воскресный день, за сошествие Духа Твоего Святого. Наполни сердца наши Духом Твоим Святым, чтобы мы шли в этот погибающий мир и благовествовали, несли слово Твое до погибающих. Благослови нашего пастыря, протоиерея Акима, сохрани его в пути, добрый ангел-хранитель да сопутствует ему. И пролей Твою милость, Господи, на детей наших, наполни их сердца Духом Твоим Святым, и нас помилуй милости Твоей ради. Болящих спаси и помилуй братьев, сестер наших, Татьяну, Николая, Любовь. И всех находящихся на болезненном лагере, Сергия парализованного. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тимофей, позови маму. Тимофей. Скажи, что бабушка не только я и так, еще не забывайте свою одежду. Шапки. Соединяется там.